Гирлянография – это фотографический метод отображения и регистрации явления электрических коронных разрядов. В 1939 году российский изобретатель и умелец Семен Давыдович Кирлян обнаружил, что если объект на фотопластинке подключен к источнику высокого напряжения, на ней создается изображение. Фотографируемый объект помещался поверх пленки. В 2002 году инженер-конструктор Виктор Рубенович Микертунов в Нью-Йорке создает электронную версию аппарата Кирляна. Это дает возможность запечатлевать на фотобумаге полироид 667 по чувствительности равной рентгеновской, запечатлевать потоки и образы как внутри, так и вокруг ауры. Все это человеческому глазу не видно, но запечатлевается фотодокументально и становится фотодокументом. Исследования, проведенные мной в течение 25 лет, дали возможность отразить на кирлянограммах многочисленные образы существ тонкого мира, как позитивные, благоприятно воздействующие на поле и тело человека, так и негативные, разрушающие его. Получены тысячи снимков. Они отражают реальность существования невидимых форм жизни, их многообразие, а также реальное существование высших сил и эффективность обращения к ним с молитвой. На кирляновском снимке 1 вы видите в левом верхнем углу исходное состояние ауры человека. Оно довольно слабое, в разрывах. Далее мы предлагаем этому же человеку прочесть последовательно молитвы разных религий. И кадры 2, 3 и 4 отражают те изменения, которые происходят буквально в течение нескольких минут в поле этого человека. Значительно расширяется аура. Она насыщается светом и становится замкнутой. Удлиняются и становятся пушистыми стримеры, лучи ауры, наши космические антенны. Те антенны, которые воспринимают энергию космоса. И кроме того, мы видим, что рядом с аурой появляются световые существа, которых мы условились называть ангелами. Вывод. Молитвы разных религий гармонично совмещаются друг с другом и вызывают появление в пространстве, раз они есть на снимке, ангелических существ. Далее мы видим над аурой и внутри нее на двух снимках крылья, очень похожие на крылья ангелов. Эти крылья находятся и рядом с аурой, и как бы пронизывают ее. Это говорит о том, что тонкие энергии свободно входят в наше не только тело, но и поле. Еще на одном снимке мы видим силуэт птицы, очень напоминающий чайку. На этом же снимке справа адрес женского благородного лица. А чуть пониже, из проекции груди этой женщины, мы видим световой поток. Причем этот световой поток устремлен именно в ауру человека. Эта женщина пришла ко мне практически без энергии. На первом снимке у нее еле видная контурная аура. Данный снимок, и представлен здесь его негатив, запечатлен после того, как был проведен сеанс лечения, но, помогая женщине, я одновременно читала молитвы. Было прочитано 40 молитв, обращенных к Богородице. Читала и я, и читала она сама тоже. И мы видим, какой красивой, яркой стала аура, и мало того, под ней мы видим различные энергетические образования, напоминающие цветы. Таким образом, обогатилась не только сама аура, но и изменилось к лучшему околополевое пространство. На следующих снимках у нас не такая радужная картина. Мы видим снимок ауры, но ауры как таковой нет. На пленке аппарата лежат пальцы, и следовало ожидать свечения вокруг этих пальцев. Но на снимке отразились коброобразные змееподобные структуры. В чем же дело? Почему на снимке нет ауры? В
При беседе с родителями я выяснила, что в доме, можно сказать, постоянно звучит нецензурная брань, которую отец использует и для связки слов, и без необходимости в связке слов. Дело в том, что все слова нецензурные – это имена демонических существ. Значит, произнося эти слова, отец призывает их в свое поле, но и, следовательно, в поле ребенка, потому что дети находятся под энергетической опекой родителей. И не подозревая о том, что происходит, отец деструктурирует и свое поле, и поле своего ребенка, ну и, конечно, поле своей жены. И то же самое происходит, когда звучат нецензурные слова в публичных местах. Если у людей открытые энергетические слабые поля, то в них свободно входят вот эти самые негативные демонические структуры, которые призваны любителями нецензурной лексики. То же самое происходит, когда с экрана телевизора или с концертной площадки звучит нецензурная лексика. К сожалению, об этом не знают ни зрители, ни актеры. Эти знания пока еще не дошли до них. Далее. Мы видим двуглавое чудовище. Двуглавое, глазастое. Сверху видна змея. У змеи свисает жало. Съемки подвергнуты пальчики мальчика 9 лет. Внешне просто ангелочек. И готовя его к снимку, я надеялась, что на снимке выйдет большое количество ангельских существ. Но получилось то, что получилось. В мифах и сказках присутствуют двуглавые чудовища. Что же отразил этот снимок? Этот снимок отразил реальность жизни этих чудовищ в тонком мире, потому что в энергоразряде регистрируется статус-кво за период съемки, равный секунде полутора. То есть все то, что было рядом с полем этого мальчика и внутри него, запечатлелось на снимке и стало фотодокументом, подтверждением реальности жизни таковых существ. При расспросе оказалось, что в семье происходят постоянные конфликты на религиозной почве. Мама одной религиозной принадлежности, отец другой. И отец требует того, чтобы мама перешла в его религиозную конфессию. А мама сопротивляется, не хочет. Ребенок понимает, что между родителями не все ладно. Но в силу своего возраста он не может вмешаться происходящие в семье разборки, и он не может внушить родителям, что ему плохо, что ему больно. Но вот снимок как раз отразил то, что ссоры родителей деструктурировали энергетическую оболочку ребенка, и он стал мельницей на 7 ветрах, подверженной проникновению самых различных негативных структур, поглощающих его здоровую энергию. Если бы было все хорошо, то на снимке были бы аурические овалы, насыщенные светом. На данном снимке аура вокруг пальцев девочки, которой 11 лет. Ее ко мне привезла бабушка. Год назад этой девчушке удалена злокачественная опухоль в левой височной доле мозга. Прошел год, и проявив снимок, а здесь показан негатив этого снимка, мы видим сверху. Это исходная аура. Ауры как таковой нет. Фрагменты демонического плана. А в левом верхнем углу просто рогатое существо, очень напоминающее Мефистофеля. О чем это говорит? Это говорит о полной деструкции аурического поля ребенка. В разговоре с бабушкой выяснилось, что мама этой девочки тоже пользуется нецензурными словами, и в доме они звучат постоянно. В нижней части этого снимка, под римской двойкой, мы видим несколько улучшившееся состояние поля, но хорошим назвать его никак нельзя. Второй кадр снят после того, как я и бабушка помолились о здоровье этой девочки. На следующем снимке вы видите множество змееподобных структур, которые находятся как бы в огне. Какова история здесь? Девчушки, пальцы которой находятся на объективе аппарата, всего 2,5 года. Но этот ребенок ведет себя просто невыносимо. Девочка постоянно агрессивна. С ней трудно договориться.
Она то плаксива, то возбуждена. Накормить ее представляет огромную сложность для родителей. Девочка малоконтактна. И при расспросе оказалось то же самое. Родители, молодые люди без конца ссорятся между собой и тоже употребляют нецензурные слова. Таким образом, мы с вами видим, каким тлетворным воздействием на поле человека, на поля детей обладает нецензурщина. Что происходит в настоящее время? Мы свидетели бурных событий, происходящих в разных странах и в том числе в Америке. На мой взгляд, взгляд исследователя, причина этих событий находится в том, что с юных лет, можно сказать, с 5 лет дети не получают нужных знаний, крайне необходимых для их духовного и ментального взросления и для того, чтобы они получили правильные ориентиры в жизни. Они должны и могут увидеть, что происходит в результате того, что они творят добро. Что происходит в результате того, что они обращаются с молитвой к высшим силам. Они должны увидеть и то, как изменяется их поле после ссор, ругани, драк. И если мы сумеем ребенку или молодому человеку, да и взрослому человеку показать, что происходит на невидимом плане после его видимых действий, после его слов, после его негативных мыслей, то человек опомнится, он остановится. Никто не хочет творить зло самому себе. А оказывается, что когда человек использует нецензурную лексику, когда он дерется, когда он завидует, когда он ненавидит, то он сам разрывает свою биополевую оболочку. И он сам таким образом становится добычей различных негативных существ, которые проникают в него. Зачем? А затем, чтобы поглотить остатки его энергии жизни. То есть человек лишается сил. Лишаясь сил, лишаясь энергии, он лишается здоровья. Будучи родителем, руководителем, он оказывается мишенью для сонма демонических существ. И что происходит? Они заселяют пространство его поля, пространство его тела, и он является их жертвой и одновременно разносчиком этой заразы, поскольку демонические существа обладают способностью перепрыгивать из одного человека в другого. Знают об этом люди? Нет. Не знают они и о том, какие удивительные события происходят, когда мы молимся. Постулаты всех конфессий говорят, что нужно верить в Бога и по вере вашей дано вам будет. Но что делать в том случае, если материалистическое образование человека не дает ему возможности верить в нечто эфемерное и невидимое? Что происходит? Он сомневается, есть ли высшие существа, есть ли Бог или нету его, а делать что-либо просто так он не хочет. Ему нужны доказательства того, что его молитвы, его мысленные усилия не проходят без ответа. Иначе говоря, современный человек прагматик. Таким его сделало общество, сделали условия нашей жизни. То есть он должен видеть. Если он читает молитву, что происходит? Мы с вами показали, что происходит по обращению к нецензурной лексике. А теперь раскроем секрет того, что происходит при обращении к высшим силам с молитвой. Что такое молитвы, в частности, канонические, главные молитвы религии? Это энергетический ход, это электромагнитные волны, это звонок, иначе говоря, в небеса. Если вам нужен какой-то человек, что вы делаете? Вы набираете номер его телефона и выходите на связь. Если вам нужно соединиться с силами света, у вас нет другого пути, как обратиться к ним с молитвой. Причем канонической молитвой. В христианстве это «Отче наш», в иудаизме это «Шма Исраэл», в исламе это «Аль-Фатиха». Проведенные исследования показали, что человек, обращаясь к высшим силам с молитвами, получает обратную связь. Проведены исследования и эксперименты с Марком Семеновичем Клинкером, профессором физики.
имеющим ученую степень и в Украине, и в Америке. Его современный квантовый исследовательский прибор под названием Севатроник показал, что когда человек начинает читать молитвы, то потоки энергии высокочастотной в первые 30 секунд устремляются от него вверх, условно говоря, в небеса. Но уже на 31 секунде идет ответ, энергетический ответ небес. И энергия высших устремляется в человеческие ауры. То есть наша связь с небесами при молитвенном обращении мгновенно, можно сказать. И что осталось? Осталось передать эти важнейшие знания людям. И очень важно дать эти знания буквально с 5 лет. Почему? Когда ребенок находится с родителями, ну, он как будто находится под их защитой. Хотя защитить его от полевых воздействий родители не могут. Им это не дано, они не знают, как это делать. Их этому тоже надо научить. Но ребенок уходит на прогулку, с детьми поиграть в песочнице, в детский сад. Родительской опеки рядом нет. Но если мы научим ребенка, дадим ему понимание того, что рядом с ним всегда находятся высшие силы, и они готовы в любое мгновение помочь ему, но нам надо обучить его, как обращаться к ним, какую молитву надо читать. И ребенок тоже должен знать и понимать о реальности этих замечательных существ. Мною написано 50 книг. Две последние книги посвящены детям. И в этих книгах я рассказываю, естественно, языком понятным детям, но одновременно понятным и взрослым, о том, каким образом ребенок может в любой момент вызвать на помощь ангелические силы. Нужно это? Очень нужно. Все уже готово. В Международном центре познания, офис которого находится в Чикаго, созданном профессором Майклом Мелиховым более 5 лет тому назад, идет серьезнейшая духовная работа с различными слоями населения. В библиотеке этого центра и на его сайте находятся очень важные духовные и одновременно просветительские книги. В этом центре, с которым я сотрудничаю 3-й год, под, так сказать, руководством, опекой и непосредственным участием Майкла Мелихова снято более 200 видеофильмов, отражающих самые разные и очень важные грани невидимой жизни людей. Все они носят учебно-просветительский характер, сняты и переведены на английский язык. 4 видеоурока для детей и взрослых под названием «Окно в невидимый мир». То есть материалы для духовного просвещения людей готовы. И не только в Америке. Книги переведены на французский, испанский, украинский и сербский языки. То есть возможность передать людям важнейшую информацию и в книгах, и в видеоформате. Что для этого нужно? Для этого нужно решение и воля человека, осознавшего необходимость внедрения этих новых знаний и принявшего должные меры к тому, чтобы эти знания пришли к людям. Мои исследования одобрены 17 крупнейшими современными учеными. Многие из исследований используются ведущими учеными как опорные, базовые для работы с людьми. И уже много лет. Пришло время познакомить с этими исследованиями и американскую аудиторию. Я очень надеюсь, что те люди, которые примут эту информацию, найдут возможность в нее вникнуть, и это будет не очень трудно и не очень обременительно, хотя бы посмотреть 4 урока «Окно в невидимый мир». И для них станет понятным, какое важное знание ждет своего прихода в умы и сознание людей. Те, которые громили магазины, которые поджигали, которые издевались без понятия обо всем этом. Их сознание просто чистая доска, не наполненная ничем хорошим. А то, что предлагается, так легко и органично, войдет в осознание и понимание и детей, и взрослых. Наши масс-медиа очень озабочены тем, чтобы передать
Последние данные о личной жизни того или иного актера, политического деятеля и т.д. и т.п. Может стоить озаботить их передачей этих важных знаний? Тем более, что все уже готово. Даже экономически ничего не придется тратить, кроме того, чтобы печатать книги. Ну, отдельно еще надо будет перевести. Я призываю тех, кому в руки попадет эта информация, отнестись к ней со всей серьезностью, ответственностью и пониманием того, что наш гуманистический долг – передать людям все то, что наработано на данное время наукой, все то, что рвется в их сердца и умы. Я благодарю всех причастных к этому фильму за их вклад в то, чтобы он обрел жизнь, и очень надеюсь, что информация, которая заложена в этом фильме, станет побудительной для передачи очень важных и нужных знаний. С уважением и любовью ко всем вам. София Блан, почетный профессор Львовского университета Ставропигион, координатор Ноосферной духовно-экологической ассамблеи мира, автор 50 книг, ведущая 11 лет группу продвинутой, осознавшей необходимость цветового служения группы людей в Нью-Йорке. Я вела программы на радио, много моих программ было и на телевидении. Очень надеюсь, что вы, дорогие друзья, поймете важность полученной информации и озаботитесь тем, чтобы она пришла как можно скорее ко всем добрым, пока еще не просвещенным людям Земли. Благодарю вас.